Всем привет! Сегодня у нас замечательный солнечный день, и мы отправляемся на экскурсию в Коканд. Октавиан, куда ты нас привел? На Ахангаранское водохранилище. И что здесь интересного можем наблюдать? Реку Ахангаран, долину реки Ахангаран. Ничего не видно, высохло все. Ну, сейчас воды мало, да. Не сезон уже, короче. Наша первая остановка на Ахангаранском водохранилище. Правда, оно почти пересохло. Весной здесь вид намного лучше. И река вообще пустая. Двигаясь в сторону перевала, наблюдаем вот такие уже снежные горы. Следующую остановку мы сделали где-то на перевале. Такая вот локация, типа смотровая площадка на дорогу. Там справа реклама. Вон сверху у меня десятка спускается. У нас сзади дорога. Далее наша локация для посещения – это лавандовые поля. Вон даже вывески есть, горная лаванда. Только здесь гор не видно. Ну ладно. Сейчас посмотрим, как это выглядит. Сейчас едем вот по такой нарядной аллее, слева, справа зелень. Вот такая локация с такими воротами. Вот так выглядит локация внутри. Здесь есть магазинчик, в котором можно приобрести продукцию. Иммунитет самса. С магазин с различными продуктами из лаванды. Все очень красиво оформлено. Нарядно выглядит. Вот оно, лавандовое поле. Цветет оно в два раза в год. Сейчас достаточно бледный цвет. Тут летает много пчел, которые опыляют. Цветы? Ну, цветы достаточно бледные сейчас. И в целом поле из-за этого выглядит блекло. Вот по этой аллее чувствуется очень сильный лавандовый запах. Такой контрастный аромат. Несмотря на то, что поля бледные, а весной здесь проводят фотосессии, когда она цветет более ярко. Здесь написано «Ароматерапия». Что вы тут нашли? Идем. Комната ароматерапии. Ага. Только садишься в кресло, тебе делают чай, и ты сидишь и вот наслаждаешься, дышишь. Вот такая еще тачка здесь стоит. Горбатый запорожец. Вообще маленький такой. О, офигеть. Расположение педального узла. Можно одновременно все три педали одной ногой запросто нажать. Сиденья не родные, похоже. Такая маленькая машинка. Вообще как будто игрушечная. Ну, когда-то ездили такие. Может, и сейчас есть где-то ездящие экземпляры. Ну, этот уже чистый экспонат, судя по всему. О, а это кто? Богомол маленький. Богомол. Еще крылышко. Смотри, он под цвет этого запорожца. Да, он на нем и сидел, я его оттуда и снял. Ух ты, как ты его увидел. Шевелился, увидел. Прикольно. Ну, фокус где? Сейчас. О, вот так хорошо видно. Здесь есть такой указатель.
здесь есть оливковая плантация, поле с киви и папайя. Иммунитет самса покажи. Да, и иммунитет самса. Папайя джус. О. А вот так у нас выглядит папайевая плантация. Здесь у нас растет папайя, гуава, нони, банан и кофе. Вот банан. Вот эти листья вообще. Вот так мы можем наблюдать плантацию папайя. Где-то еще здесь есть кофе и вроде как банан. Все очень влажно, как в любом подвале, например, в котором прорвало трубу горячей воды. С потолка капает. И аж вот такой некий дымка такая, туман стоит. Вот уже более зрелый экземпляр. Вот самое интересное, это цветок банана. Тут есть еще кактусы. Что-то еще в горшочках. Ну, здорово выглядит. Прикольно прогуляться по такому лесу под целлофаном. Лес под целлофаном. Итак, вот специально для нас в этом прекрасном заведении согласились организовать столик и несколько стульев непосредственно перед лавандовым полем, где мы будем пробовать вот такую вот самсу и чай на лаванде. Приятного аппетита! Ну как тебе? Отлично. Здорово, да? Да. Вот на этом наш первый день в Коканде заканчивается. Сейчас отправляемся в гостиницу. А завтра поедем на другие локации. Такой красивый закат. Очень красное солнце сегодня у нас. Дорога по пути в Коканд. От лавандовых полей. Вечером от нечего делать, решили прогуляться до центральной площади Коканда. И вот так выглядит ночью дворец Худаяр-хана, его центральные ворота. Новый день у нас начался с посещения дворца Худаяр-хана. И вот такой вот приветствующий нас арки. А вот так выглядит дворец Худаяр-хана днем. Так выглядит арка после входа в ворота. И дальше внутренний двор дворца. Тут еще одно крыло. Так выглядит приемная комната. Очень сложный, красивый потолок. По историческим сведениям, у каждого хана была летняя беседка, но она была больших размеров, и она осталась где-то в саду в тени. Это макет летней беседки. Специально были сделаны для акустики. А вот так выглядит тронный зал. Здесь потолок еще более сложной конфигурации. Со стороны реставраторов оставлены оригинальные орнаменты. Это затемненное у тронного леса, есть фрагмент над люстрой, и вот здесь вот темная полоса, это вид до реставрации. К сожалению, оригинальный трон до наших дней тоже не сохранился. Вот оригинальные части орнамента до реставрации, года, более темные. Этот трон был оставлен у нас после этих съемок. Вот так выглядит свежеприготовленная, еще не разрезанная халва. Мы зашли в место,
где продают коканскую халву. Так происходит ее расфасовка и продаж нам. Вот это вот наиболее вкусное. Ну, мне так кажется. Больше всего такая понравилась. Взял несколько коробочек. А одна коробочка стоит 20 тысяч. Ну, вкусная, прям реально. Очень хорошая. Сейчас будем подниматься вот на этот небольшой минарет. Вот уже открыли. Вот такая лестница здесь. Ну и здесь она совсем не крутая. Еще и свет есть. Ой, головой ударился. Чуть-чуть. Кас над нагибнаса. Вот и поднялся. Вид на город сверху. Сад красиво сверху выглядит. Нарядно сделано. Другая сторона. Все, будем спускаться вниз. О, я еще с халвой. 3 килограмма, наверное, у меня ее. Ой, блин, а! Опять головой ударился. Спускаться чуть-чуть не так удобно, как подниматься. Еще и снимать, халву нести. Ну, нормально. Тебе плюс то, что ты головой не бьешься. Да. А я бьюсь. Уже 2 раза. 1 на подъеме, 2 на спуске. Итого 3. Сейчас купили вот такого коняшку на подарок сыну друга. И можем теперь двигаться в сторону дома. На этом можно считать нашу поездку в Кокан завершенной. Всем пока, до новых встреч. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ну или дизлайки, кому что больше нравится. И пока.